Приветствую. В общем, ребят, не вижу смысла снимать полноценный обзор для данной капсульной кофемашины. В общем, не рекомендую. Докупил я еще вот столько кофе на 2 с лишним рублей. Готовит кофе оно однотипный, невкусный абсолютно. Особенно те, кто любит экспрессо. Ну, вы сразу почувствуете, что купив любой из предыдущего видео других брендов кофе, вы получите однотипный вкус, где-то вообще совершенно полную гадость. Для кого данную капсульную кофемашину можно рекомендовать? Для тех, кто пьет исключительно с молоком кофе. И то, чтобы это молоко было не в капсулах сухое, а в пакете, условно говоря, там, бутылки, неважно. С моим кофе я эксперименты проводил с недолго, в течение 2 недель практически. Мне не удалось добиться вкуса нормального, хотя кофе не требовательный. Там плюс-минус граммовка его, плюс-минус вода, и он все равно получался нормальный. Как его не готовь, все равно вкусный. Ох. Ну, давайте все равно скажу. Ширина 10, высота 24, глубина 24. Влазят сюда кружки вот такого примерно размера. Высота кружки где-то 9 сантиметров. Дальше. Кофемашина большой плюс, компактная и тихая. То есть, в принципе, в теории, вы не разбудите домашних, используя данную капсульную кофемашину. Еще раз повторю, не рекомендую. Вкус кофе, ну, никакущий. У меня такое ощущение, что здесь плавает давление в зависимости от режима. И, соответственно, получается, например, на малом режиме переэкстракция, а здесь не доэкстракция. Возможно, все дело в корзине. Но данная переэкстракция и недоэкстракция получается и в капсулах. Вот в чем проблема. Ой, хрень, короче. Все, спасибо за просмотр. Данную машинку не рекомендую.